Паленке. Это развалина одного из городов народа майя, обнаруженная испанскими путешественниками в 18 веке. Мы поднимаемся сюда, и вот перед нами встают великие пирамиды Паленке. Здесь, в тайной гробнице, под многовековым дворцом, покоится 7-тонный саркофаг 7-го правителя Паленке Пакаля Великого. Пакаль определенно скончался в родном городе. Это был самый загадочный из правителей майя. Он был необычайно высок. Говорят, его рост составлял 240 сантиметров. Над гробницей Пакаля построили огромную пирамиду. Подданные боготворили и даже обожествляли его. Саркофаг царя Пакаля украшен резьбой, которая считается классическим образцом майянского искусства. Многие эксперты считают, что на этих иллюстрациях изображен спуск правителя в загробный мир. Но у сторонников теории палеоконтакта есть другая интерпретация. На этой плите вы можете увидеть человека, который сидит в своеобразной капсуле. На лице у него маска, и одной рукой этот персонаж манипулирует какими-то приборами. Другая рука, очевидно, включает некую машину. Мы видим, что его нога покоится на чем-то вроде педали, а рядом с капсулой изображено вырывающееся из нее пламя. Вполне очевидно, это инопланетянин. Три, два, один, ноль. Пуск. Если мы зададимся целью найти сходство между древними иллюстрациями и современными космическими кораблями, то, несомненно, мы его обнаружим. Важно понять, что именно пытались изобразить художники. Реальные объекты или воображаемые, мифические события. Определившись с этим моментом, мы уже сможем делать конкретные выводы.